Как простой генетический тест спасет человека от тяжелого заболевания? Ответ на этот вопрос знает 17-летняя Ирина Сударева, воспитанница Ульяновского детского технопарка «Кванториум» и ученица 10 класса школы номер 72. Юная ученая разработала генетический тест для определения национальности человека и его склонности к различным заболеваниям. В этом проекте, то есть мы смотрели, какие гаплогруппы вообще существуют в Ульяновске и какие в России. То есть, например, для России более характерна группа гаплогруппа R1A. А также мы смотрели вообще все вот эти гаплогруппы у мужчин. За основу исследовательской работы были взяты 15 образцов Y-хромосом мужчины русской и татарской национальностей. Методом многократного копирования фрагментов ДНК девушка выявила особенности каждой нации. Разработанная старшеклассницей тест-система может сделать серьезный прорыв в персонализированной медицине. Руководствуясь результатами тест-системы, врачи смогут подобрать лечение, исходя из генотипических особенностей пациента. Мы можем также рассматривать, то есть, митохондриальную ДНК, то есть женщин, и также мы можем рассмотреть вообще полностью общий спектр. Если здесь мы смотрели, например, так как у нас в Ульяновской области больше всего преобладают русские и татары, мы смотрели именно по ним. Но мы можем также посмотреть другие национальности. Проект Ирины был признан одним из лучших на региональном этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Итоги конкурса подвели недели ранее в Ульяновском наноцентре. Среди триумфаторов еще 5 проектов воспитанников детского технопарка. К примеру, второе место заняла работа 14-летнего Данилы Шабанова «Рой беспилотников». Вы когда-нибудь наблюдали за роем пчел? Это достаточно интересно. В каждом рое существует свой лидер, который дает команды к тому или иному действию представителей роя. Всего на конкурс было подано 113 заявок от ульяновских школьников в возрасте от 14 до 18 лет. 10 из них в июле отправятся на всероссийский этап, который пройдет в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.